Ну зачем сразу обзываться-то, я не пойму. И чё? Ничего, а зачем обзываться? Мы пришли поговорить, правильно? С тобой без толку разговариваю. Дай крупный вокруг поля. А смысл у меня сейчас? Не знаю. Вы сейчас пришли, я разогревался, вы сейчас пришли, начали. А при чем ты? А что ты разогреваешь? Ты же не спортсмен. Я тренер. И чё? А чем тебе спортом заниматься? Ты же не спортсмен. Я тренер. И чё? Ну зачем сразу? Мы возле школы, вы чё начинали? Чё ты разогреваешься? Перед тренировкой, у меня сейчас дети придут. А зачем тебе тренировка? Ты же не спортсмен. Я тренер. Ну, тренер тренирует, он сам не спортсмен? Я сам по себе к спорту отношусь постольку. Но я тренер. Поскольку? Надо поднимать реально вопрос о твоей компетентности. Тренер, который спортсмен постольку. А к чему ты детей можешь научить тогда постольку? Мы возле школы, вы чё? Сколько? У меня есть дипломы, то, что я... Их купить можно. Где их купить? Я, по крайней мере, не знаю, где их можно купить. Не ты знаешь, где купить их можно? Да я могу сейчас, прямо сейчас найти и купить. А вы что, я тоже тренер буду? Ну, это я не знаю. Если ты что-то умеешь, пожалуйста, я думаю. Если что-то умеешь. А ты что умеешь? Кроме того, что детей доводить. Ну, в смысле, я его довел? Сколько? У меня... Да чего я его довел? Скажи. Ты своими словами его ранил. Чем я его ранил? Словами своими. То, что я ему сказал, то, что он инвалид и может больше не приходить? Он не инвалид, понимаешь? Ну, а кто он в данный момент? Его машину сбил, у него просто травма, это, я не понимаю. Да, да это одна и та же балалайка. Да. Ну просто что говоришь? Не слышишь вообще, что я говорю. Ну, бывает, как бы, в любом спорте. Да чего я? Не без урода, как бы, все зависит от, от человека. Не, ну в смысле без урода, вы что на меня, ребят? Нет, я не про себя ну, сказал. Ты себя как свинья, вот и все. Ну? Мы пришли с тобой поговорить, что нормально себя повел. Нет, а сам что, не свинья? Я нормальный. Что, хочешь проверишь? Макс, погоди. Давай проверим, кто свинья, кто нет, кто спортсмен, кто нет. Да послушай, Макс, мы на территории школы, здесь люди вон ходят. Да срать я хотел сейчас. Да не без урода, как бы все. Вы уедем, и все. Макс, ну не надо. Ну да, давай, сейчас один инвалид, другой в тюрьму сядет, давай. Макс, да он провоцирует, ты понимаешь, он умеет это делать. Вот свою тупость он провоцирует. Я не надо их. Макс, на связи. Пацан-то вернется к спорту в любом случае, только с другим нормальным. Но только нормальным. Точно не у меня. Да-да, у такого урода даже тренироваться не надо. Он нахуй такой нужен, как ты. Вы уедете. Не знаю, первый раз вот такая вот фигня, что вы пришли, то, что вот так вот. Но ребенок реально, он останется инвалидом, просто у него травма. Не оставить. Макс, он тебя провоцирует. Может, ты сейчас инвалидом останешься? Макс, он тебя провоцирует. Макс. Все. Четко со мной. Все, да ладно. Давайте разошлись. Мы на территории школы. Макс, у тебя реально проблема. Я не знаю, где снимать. Блять, найдет нормальный тренер. Удачи. А вопрос о компетентности мы еще поднимем. Да, не дай, всего хорошего. Ага, вижу, как умеет провоцировать. Я думаю, надо реально будет обратиться к директору. Он же, получается, в школе преподает. Надо будет обратиться к директору, поднять вопрос, показать даже. Ну, естественно, обрежем по-своему видос, покажем видос, что он вообще говорит. Директор особо там, может, спортсмену ничего не решит, поскольку... Блядь, вы...